Так, давайте, ладно, вот этот передний нажмем. Молочный зуб. Ай, да ну нет, ну не должно быть. Ну блин, да я поддался, специально проиграл. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Густанёк, Серега, Пингвинус, пацаны, поздоровайтесь. Привет, хемлетики. Всем нравится рубрика «Экстремальный крокодил-дантист. Игра на желание». Если вы текушите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, ну что, давайте я буду первый начинать, а там уже по ходу действий будем смотреть. Надеюсь, я не сольюсь. Отлично, я живой. Я, ребята, придумал очень классное желание, я его потом озвучу, если я не сольюсь. Надеюсь, мне это желание потом никто не загадает. Потому что это будет угар. Ну давай, проиграй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. А я ж нажимаю. Сваливай. Так я ж нажимаю. Я не нажимал еще. А, да, блин, а я же на рада. Серега, проиграй. Ну блин, а. Ладно. Есть. Все, теперь до меня очередь не дойдет, потому что шанс очень маленький. Просто малюсенький. Я думаю, что Серега проиграет. Это будет угар. Так. Блин, ну все, Серега, один из трех шанс. А если сейчас не... Ой-о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 й. Вот этот зуб несчастливый, нажму на счастливый. Нет, все-таки не на счастливый нажму. Фух, слава богу, ребята, класс, хорошо, что я там не нажал. Опять. Давай, Гусанёк, пока. Знаешь, какое мое желание будет, Гусанёк? В следующем раунде ты будешь нажимать еще плюс два зуба. Я знал, что это будет подпись. Я думаю, это будет прикольно. Ну что, Серега, давай, твое желание какое будет? Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И написать какой-то классный комментарий, чтобы ролик попал в тренды. Давай, Серега. Мое желание, чтобы ты сдох 10 раз разными способами. Ого. 10 раз? Да. Ну давай. Это было 2. Челепиздрик такой. Отлично. Сейчас. Третий. Давай, это будет четвертый сейчас. Так, отличненько. Серега, молодец сегодня. Гусанёк, это прям жестко тебе наказание. Ребята, мега взрыв. Бомба, бочки и Гусанёк. Наблюдаем. Ну ждите, она будет еще пикать. Ничего страшного, мы готовы это наблюдать в вечность, как ты сейчас будешь взрываться. А что они расфризились? Ну ничего, Серега, взрыв будет. Ноль. Вот это жахнуло. Так. Все, короче. Так, теперь моя очередь. Давай. Санёк, короче, смотри. Так, все. Отойдите подальше. Сейчас отходим, отходим. Салют с гусем Саньком. Давай. Ой, красиво. Отлично. Ну что, Гусанёк, раз ты проиграл, начинай, только тебе придется теперь три зуба нажать сразу. Представь, сейчас опять проиграет. Ха-ха-ха, я буду угорать, давай. Я говорил 2 только. Ну плюс 2, да. Ну один твой и 2 моих. Не, третий еще нажимай. Ну желание такое, ну у нас же идиотские желания. Так, отлично. Теперь я уже тебе загадывать такое не буду. Давай я тебе первый замочу. Где ты, где ты? Все, отойдите от него. Админский пистолет в действии. Еще в воздухе. Отлично, я давно хотел админский пистолет замочить. О, Серега танк решил взять. Всё, не двигайся. Машина с пушкой от танка. Это будет четкое попадание. О-хо-хо-хо-хо, что откатилось. Так, давай, Пингвинус, твоя очередь. Так. Это тебе подарочек. Ты косожопа. Не попал, давай еще раз. Миша, все фигня, давай по новой. Ой, красиво! Давай, Гусанёк, раз ты проиграл, нажимай опять. Первый. Нет, представьте, опять сольется. Я угор... Ай, блин, я бы жестко угорнул. Ну, давайте теперь я рядом нажму. Фух, слава богу. А я очередь. Отлично. Так, Пингвинус. Сейчас сольется, смотрите. Вот, блин. Ну, Гусанёк, давай, проигрывай. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, свой везучий зуб нажимаем. Ай, блин, а! Да он не везучий, ну когда как? Когда везучий, когда нет. Ну вот этом будешь падать.
Ой, на тележке. Так она, я не умру, наверное. Ну ничего страшного, я тебя потом взорву. Так надо было бомбу мне положить. Вот это меня колбасит, на балкон ударился. Бам! Она не взрывается, не? Была бы... Ой-ой-ой! Я на балкон залетел, ребят. Все, я тут живу. Отдыхаю. Так, давай, пингвинус, твоя очередь. Так, Дима, давай. Стою возле стены, ты меня врезаться хочешь, давай. Да-да. Я готов. А его укапаем, ему бугай. Ой-ой-ой, я в окно влетел. Я, кстати, перед... Как он меня ударил, сделал прыжок. Из-за этого в окно влетел. Ого, Серега, ты что там уже настроил? Да, давай, залази. Заложу, давай. Да. Серега, как всегда, придумает какие-то эпические желания. Это что-то сейчас будет серьезное? Да. Сейчас я закрою, чтобы ты не выбежал. Я не выбегу. Все. Ну и чтобы другое не выбежало. А, да, ты понял, каких-то монстров хочешь меня наставить. Хорошо. Да. Давай, ставь. Я готов. Повыживать. Все? Ты никак не поднимешься? Никак не поднимусь. Замечательно. А, ты удалил эти пандусы, ну ладно. Да. Ах ты какой, а? Молодец. Так, интересно, ребята, напишите в комментариях, что он сейчас мне поставит. Кто правильно напишет, тот красавчиком будет. Лайк, но обязательно. Кого бы тебе такого? Ну-ка, эти есть, эти некстботы? Наверное, нет. Они же работают? Они у тебя работают? Да, на этой карте все работает. То что сразу... Не-не, ладно, давай еще раз, давай еще хорошо, раз. Хорошо, давай, я готов. Я просто не ожидал, что ты в меня его поставишь. Раз, два, три. Опа, отлично, ребята. Ну что, Абунга хочет меня поймать, и у него не получится. Серега, я долго буду так убегать. Сейчас еще будет, ты че? Ах, да блин, я не ожидал. Все, проиграл? Все, хорошо, ладно. Удаляй свои постройки. Раз я проиграл, я нажимаю кнопку. Так, вот эту нажимаю. Ух, слава богу, не слился. Я уже что-то боюсь проигрывать. Я хочу, чтобы Серега проиграл. Я хочу помучить. Фиг тебе. Так, пингвинус. Так, не буду думать. Сразу вот, который зуб первый меня, я его и нажимаю. Ух, слава богу. Пронесло. Ай, Серега. Все, гусенек проигрывает. Смотрите, вот я уверен в этом. Во, вот это проигрышный зуб. Этот нажму, вот этот умру, значит вот этот выигрыш. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то я сейчас... Ай, отлично! Отлично! Пингвинус! Так, пингвинус, что мы тебе сейчас задумаем? О, я знаю, что я сейчас задумаю. Вот так и стой. Сейчас мы его жестко расстреляем с этой пушечки. Отходите все, только не подходите к нему. Так, я подальше заеду. Ого, отлетел. Жесткая машина. Очень прикольно. Поэтому мы ее пока мисс выкинем. Твоя очередь. Так, давай, Серега. Так, сейчас подлагает. А что там ста... О, опять что-то поставил. Какой-то ангар. Ну, давай, наверх становись. Ты бомбу взорвешь? Физганом давайте. О, это будет прикольно, кстати. Давай. Мне интересно даже посмотреть, как это разлетится. Так, Серега решил сегодня красивое разрушение сделать. Тысячно очень мощно, надо подальше отлететь, потому что мы все сольемся. Я думаю, на таком радиусе не зацепит меня уже. Ого, разлетелось все! Красиво! Я за текстуры улетел. Здание просто развалилось в хламину. Так, ну ладно, давай, пингвинус, начинай. Стоп, я еще. Не, что там? А, ну да, я забыл, что там уже, хавай что-то, гусенек. Да, я ем. Он же гусь. Так. Что ты там решил ему сделать? Смотри, как он на балконе стоит, тусуется. Так, смотри, вставай это на вот так вот на перила. Так. Ой. И что ты ему сделаешь? О, нет. Подойди еще. Подойди. А, он хочет, чтобы твой труп вниз улетел. Так, еще подходи. А, он и так разобьется. А, нет. Просрала твоя затея. А, ну все. И так пойдет. Давай, пингвинус, начинай. Надеюсь, Серега сейчас сольется. Вот я уверен, что Сереги на очередь должна быть по-любому. Так, давайте я. Ух, слава богу, иной раз так боюсь. Ну, Серега, проиграй. Ну, проиграй, Серега. Ну, ты должен проиграть. Ой-ой-ой-ой-ой, чувствую, сейчас я опять сольюсь. Так, давайте, ладно, вот этот передний нажмем. Молочный зуб. Ай, да ну нет, ну не должно быть, ну блин, да я подался, специально проиграл. Ладно, давай, гусанёк, ты будешь первый мне загадывать? Не, я еще думаю,
Давай, Пингвинус, твоя очередь меня мучать. Издеваться надо мной. Дим, встань вот сюда. Стою сюда, вот я стою. Так. Интересно, что он уже там придумал? Ого! Она не крутится назад. Физганом разверни. Сразу видно, умный человек. Давай, я готов принять на себя выстрел. Прощай. Сожжет. Мимо. Да не, нормально, нормально, он и так попадет. Давай еще раз, у тебя получится. Ой-ой-ой, домовуха, кстати, тоже убивает. Неплохо. Так, моя очередь. Давай, Серега, ну, короче, что залази, ты опять придумал? Залази. Давай. Так, вот это я удалю сейчас, удалю лесенку. Короче, твоя задача выжить сейчас. Если выживешь, взорву тебя. Все, я удалил. Все, уже, Серега, не смогу залезть, все уже, никак. Так, короче, так, я поставлю сейчас парочку NPC-шек. Давай, только не сильно мощных. На этот раз не NextBot-ы. Ну давай, давай, хорошо. Ой-ой-ой, вот это, кстати, прикольный. Давай, я хочу, чтобы он стену поломал мне. А чё это за читерство? Он должен так бегать? Я тебя буду еще бить монтировкой сейчас. Смотрите, ребята, я сейчас еще выиграю его. Щенок, я сзади. Я сзади, я сбоку. Дима, ты не думаешь, что это легко будет? Ой-ой-ой, там у меня уже 20 хп всего. Ай, ты еще одного поставил! Пусть ломает стену. Пусть ломает стену. А, они стену не хотят ломать, да? Давайте вот... О, вот так вот встану. А, о, отлично, отлично. А, ё-моё! Ай, да я застрял! Да я поддался. Ладно, убили, убили. Давай, Гусонек, покажи вещи, как надо издеваться над людьми. Вставай в поле. Встаю, встаю. Смотри, отключи это искусственный интеллект, NPC. А он выключил, да, есть. А, ты вот так хочешь? Да. Ты меня еще ж не ты ж меня поймай. Ладно, мочи, мочи. Так как ты на расстоянии убил? Это же нечестно. А давай, может, ты, Серега, умрешь, то мы тебе желание загадаем все-таки. Да, не хочешь? Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Где взрыв? Серега сегодня у нас поджигатель взрывных бомб.